поруч зі мною одразу після матчу Дніпро-Калію. Спілкуємося з півзахисником дніпропетровців Сергієм Кравченком. Сергію, ну, з журналістської точки зору здалося, що матч проти Калію – це найлегший раунд плей-офф, який виступав Дніпро. Легких матчей не бывает, на каждую раунду выходите на 100% работать. Тем более сегодня играли те, кто мало играет, поэтому я думаю, все было желание поиграть, потому что всегда хочется играть. Я думаю, дали отдохнуть те, кто играли Шахтером, и играли те, кто мало играет, мало игровой практики. Поэтому для нас это в радость игра была. Такая ротация, это бережуть футболистов перед матчем с Динамо? Я думаю, да. Тяжело играть каждые 3 дня, поэтому 25 человек в команде, и я считаю, что хорошие футболисты в команде, и поэтому надо как бы всем давать играть, хоть держать в тонусе игровом. Поэтому я думаю, что Рамос и пошел на это. Сьогодні абсолютно беззубо виглядали естонці в атаці. Це заслуга Дніпра, чи вони отак не яскраво грали? Не знаю. І наша, мабуть, заслуга, тому що говорили, що вони тільки зі стандарту, в принципі, можуть створити нам моменти. Ми старалися менше фалити. Ну, було там пару опасних подач, але не більше того. Естонці дуже сьогодні вони погано виступали. Не знаю, Дніпро... Это сила Днепра так зараз. Поэтому соперника, я считаю, что нельзя судить силу Днепра. Силу Днепра можно было увидеть в игре с Шахтером.